перед игрой вы были лидерами группы, но, к сожалению, после этого поражения вы покидаете, видимо, турнир. Какие эмоции вот первые после игры и, возможно, от турнира в целом теперь уже? Турнир нравится очень. Эмоции. Ну, вы выжаты полностью, парни. Все эмоции, все отдали. Ну, не получилось, потому что команда слаженнее была, соперников очень хорошая команда. Все, в принципе... Секрет успеха, не знаю, такой. Ну, просто ребята сыграны, сразу видно, у них футбольные задатки у ребят есть. Мы просто играли, как могли, на души, командой. Конкретно по этой игре в чем, считаете, причина поражения? Перегорели во время игры, чего-то не хватило по ходу именно вам? И в начале была довольно равная игра, счет 3-2 был, в принципе, пограничный, но потом вы довольно много мячей пропустили, и уже трудно было вернуться в игру. Из-за чего вот этот переломный момент случился? Ну, скорее всего, просто из-за несыгранности нашей команды. Тех ребят видно, команда больше мини-футбольная, к мини-футболу привязана, чем наша. И, может быть, где-то не хватило физики, может, где-то слишком много кричали, мы перегорели, может быть, да, согласен. А так, все, думаю, как получилось, так и все. Хорошо, спасибо вам большое, удачи вам в дальнейшем. Спасибо.